Утро. В день детей, конечно же, многие родители задаются вопросом, как правильно воспитывать ребенка, приучать его к спорту, к здоровому образу жизни, чтобы все это у него оставалось, что называется, на долгие годы. И вот сегодня мы говорим о том, как же все-таки, с чего начать и что первым делом делать с заведующей заместителем. Елена Николаевна Ковришкина. Елена Николаевна уже у нас с большим педагогическим опытом, то есть дети для нее это, что называется, цветы жизни, да? Да. Елена Николаевна, ваш сад, я знаю, что с таким физическим уклоном, вот сколько часов в неделю, в день вы уделяете физической культуре? Доброе утро. Но наше приоритетное направление – это физическое развитие детей дошкольного возраста. Поэтому мы очень большое внимание уделяем именно физическому развитию детей. И поэтому мы используем не только образовательной деятельности занятия, но и кружковую работу ведет у нас инструктор по физической культуре Лой Ульяна Леонидовна. Она разработала свою программу, которую успешно внедряет. Прошла эта программа рецензирования, и с детками она занимается вот в этом зале именно дополнительно. Ну, развивает физические качества у детей. Мы пропагандируем здоровый образ жизни. Это пешие прогулки, туристические походы. И в своих, именно в кружковой деятельности, она использует различные здоровьесберегающие технологии. Ну, вот такие, например, как дети знакомятся с элементами самомассажа, фитбол-гимнастика, это вот гимнастика именно вот на таких мячах, потом дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика. Помимо этого, мы отслеживаем именно детей, медицинский персонал наш отслеживает детей, группы здоровья, часто болеющие дети. Мы их отслеживаем и с ними работаем уже по индивидуальной программе. И в группах воспитатели тоже также проводят разные элементы, технологии именно по здоровьесбережению. И, значит, они и в образовательной деятельности проводят, и просто так вот в повседневной жизни. Скажите, сколько вот физической культуры, часов физической культуры в неделю, в день? Вот пришел ребенок в детский сад, понятно, делаем зарядку. Ну вот три раза в неделю в одной группе, например, ну, возьмем старшую группу, это 25 минут один раз занятия. В неделю у нас получается три занятия, три по 25 минут, плюс еще дополнительное занятие, вот этот кружок-здоровичок ведется. Полчаса он у нас ведется. Ну, там уже свои технологии вот использует она. Тренеры, преподаватели, воспитатели, они все обученные, чтобы... Конечно, конечно. И мы используем, у нас специальные программы именно по физическому развитию. Мы используем, написали свою программу, где у нас прям заложено там, все расписано, как мы должны детей развивать именно. Качества физические, ну, так. Ну и наверняка есть какая-то динамика, если конечно. Все это... И динамику мы отслеживаем два раза в год. В начале года смотрим детишек, как они развиваются, и именно в конце обязательно отслеживается динамика по всем направлениям физического развития. Результат какой должен быть? Ребенок должен быть... Ребенок, да, активен, он очень быстро адаптацию проходит к детскому саду, такие вот где у нас, но, ну вот... Ну и, наверное, физкультуру в школе они вряд ли конечно. Будут прогуливать. Да, да. И физкультура в школе у них будет на 5. Это... В общем, совсем скоро мы с вами увидим, как же все-таки проходят занятия в детском саду, как раз там, где физическая культура стоит на первом месте. Мы уже ждем ребятишек, ждем преподавателя, воспитателя. Увидим, как это происходит, сделаем зарядку с малышами, самыми маленькими, 4-летними. У меня пока на этом все. Студия, вам слово.